почетное право открыть памятный комплекс во славу воинам воздушно-десантных войск предоставляется родителям погибших воинов-десантников при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, гвардии старшего лейтенанта Елисейкина Андрея, гвардии ефрейтора Шишкунова Александра. Елисейкиной Людмиле Ивановне Шишкунову Вячеславу Федоровичу. Куратову Геннадию Викторовичу, председателю общественной организации «Союз десантников города Клинцы» и председателю Клинцовского отделения Брянской региональной общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана Вычеку Михаилу Михайловичу.